чай, самарский чай, самарский чай, самарский чай. Ша. Деда, давай посмотрим этот мастхевный ролик https://www.youtube.com/watch v равно евсвс. Меня зовут Ярослава, чем можно допомогти? Здравствуйте. Мне нужна помощь ваша в настройке полифонии. Денис, подскажите мне, пожалуйста, у вас включена громкая связь? Блютуз. Да. Денис, у вас включена громкая связь? У меня нет, блютуз. Пожалуйста, подключите, потому что я плохо слышу вас. Хорошо. Сейчас я... Тут лаги. Связь. Алло. Алло. Алло, да. Спасибо, Денис, так я слышу вас намного лучше. Спасибо. Что именно интересует вас? Чтобы я хочу сделать GPRS, чтобы была передача данных через GPRS плюс инфографный порт. Денис, вы хотите передать данные через инфракрасный порт? Да. Да? По этому номеру, с которого звоните? Ну да, чтобы Bluetooth тоже был. Денис, пожалуйста, вы определите, что вы хотите. Вы хотите Bluetooth, инфракрасный порт, чтобы... Или вы хотите пользоваться интернетом? Мне нужна передача данных между объектами. Между одним телефоном и другим телефоном? Ну, можно это... Да? Вы можете это сделать через Bluetooth, инфракрасный порт. Это функция вашего телефона, можете прочитать в инструкции к вашему телефону. Денис, я хочу подсказать, это функция вашего телефона. То есть мне Bluetooth можно не включать? Денис, вы можете передавать данные через Bluetooth или инфракрасный порт. Это функция вашего телефона. Пожалуйста, вы можете прочитать это в инструкции к вашему телефону. Так а если у вас нема настроек у меня на телефоне ваших МТС, то я не смогу передачу осуществить. Денис, вам не нужны настройки, это функция вашего телефона. Настройки вам нужны, если вы хотите пользоваться мобильным интернетом, то есть осуществлять выход в интернет. Но мне интернет нужен по Bluetooth. Денис, каким образом вы себе представляете интернет по Bluetooth? Ну, между объектами. Я принимаю информацию со спутника, потом на свой телефон, а со своего телефона передаю информацию. Не, ну а что, я хотел информацию получать. На расстоянии линии Bluetooth. То есть сейчас, на данный момент, вам необходимы настройки, да, Денис? Да, Bluetooth. Настройки Bluetooth – это функция... Bluetooth – это функция телефона. Настроек на него нету, Денис. А как мне... Это функция телефона. Пожалуйста, вы можете прочитать это в инструкции к вашему телефону. Ага, спасибо. То есть, а чтобы мне со спутника информация пришла ко мне, потом от меня по Bluetooth, это что нужно сделать? Денис, таких услуг компания не предоставляет. Поэтому подсказать, что вам необходимо сделать, я тоже не смогу. А такая, если по инфракрасному? Порту инфракрасному. Это функция вашего телефона, Денис. Вас оператор может проконсультировать по вопросам относительно мобильной связи. У вас сейчас по вопросам функции вашего телефона. Вы можете обратиться в сервисный центр по работе с вашим телефоном. Я понимаю, у меня, да, есть все Bluetooth, тут инфракрасный порт, но я не пойму, мне настройки нужны ваши, чтобы я мог пользоваться ими. Денис, настроек вам не отправляют на инфракрасный порт, либо на Bluetooth. Это функция, они настроек не имеют. Вы настраиваете это все в вашем телефоне. Это функция вашего телефона. Вы можете обратиться в сервисный центр относительно модели вашего телефона. Они вас проконсультируют. Денис, у вас вопрос не относящийся к компании МТС. У вас нет вопросов относительно мобильной связи. Вы хотите настроить ваш телефон, вы хотите настроить Bluetooth. А Bluetooth – это функция телефона. То есть в зависимости от того, какая модель вашего телефона, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр этой модели. То есть если у вас Samsung, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Samsung. Не, у меня Philips. Тогда, пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр Philips. А если инфракрасный порт не работает, тоже... Это функция вашего телефона, Денис.
Хорошо. Это все функция вашего телефона. Хорошо, спасибо за внимание. Спасибо за звонок, хорошего вам дня, всего доброго, до свидания. Боспина, ну что же полная. Не знал, что через экпорт надо подсоединяться сначала по Bluetooth, а потом уже через Bluetooth на спутник информацию вести, а не наоборот, ты понимаешь? Ну, блядь. Бестолочь. Да? Ну это бред. Чел, ну это бред же. Да, я.